Томская область – один из главных очагов заболевания пистархозом в Евразии. Здесь медики ежегодно регистрируют свыше 1000 заболевших, из них более четверти – дети. Ситуация аналогична по всей Западной Сибири. С чего начинается эта болезнь и какая рыба сегодня нуждается в особой проверке? Эти вопросы мы сегодня обсудим с доцентом кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института Томского государственного университета Анастасией Симаковой. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. С чем сегодня можно связать такую рекордную заболеваемость? Заболеваемость всегда была рекордная. И это связано с наличием в нашем регионе большого количества водоемов, которые благоприятны для зараженной рыбы. Ну и, естественно, это связано еще и с тем, что люди, в общем, в большом количестве употребляют эту зараженную рыбу и не всегда соблюдают правила безопасности. Но в других регионах Сибири тоже аналогично, в других регионах Сибири тоже зараженность достаточно высокая. Самый очаг апистархоза – это наш опер Тышский бассейн. И все-таки с чем это связано? Мы уже понимаем, что речь идет о зараженности рыбы. Вот какая она сегодня подвержена? Заражается этим заболеванием только карповые рыбы. То есть это может быть... Во-первых, елец наиболее зараженный, экстенсивность заражения до 100% примерно. Далее идет ясь, у язя немножко ниже процент зараженности. Далее плотва. В последние годы наблюдается снижение зараженности плотвы. Сейчас зараженность плотвы снизилась с 15% до примерно 2-3%. Кроме этого, заражены у нас и рыбы-вселенцы. То есть это те карповые рыбы, которые акклиматизировались в наших сибирских условиях. Например, лещ, например, уклейка. Они тоже заражены апистархозом. А что влияет вот на распространение среди рыб вот этого заражения? Рыбы заражаются от первого промежуточного хозяина, а первые промежуточные хозяева – это брюхоногие моллюски. И, соответственно, где в пойменных водоемах размножаются брюхоногие моллюски, туда же попадают рыбы, особенно в период нереста, разлива рек, и, соответственно, рыбы там заражаются. Но это все биологические процессы? Да, это естественный биологический процесс. Ну, естественно, и человек, конечно, тоже на это влияет, поскольку он является окончательным хозяином. Погодные условия как-то климатические влияют вот на распространение человека? Естественно, погодные условия тоже влияют. Каким образом? То есть это у нас область заболоченная, очень много водоемов и, соответственно, много первых и вторых промежуточных хозяев. Mm-hmm. То есть чем, скажем так, более влажный год, то зараженность может увеличиваться, потому что увеличивается количество моллюсков первых промежуточных хозяев, увеличится количество рыбы, соответственно, поскольку водоемов больше, и ей больше есть где размножаться. При этом как-то может человек сразу определить, что рыба перед ним зараженная, будь это промышленных, да, в каких-то оборотах, или мы покупаем где-то с рук на рынках, можно как-то определить? Ну, к сожалению, личинки в мышцах достаточно маленькие. Без микроскопа, к сожалению, невооруженным глазом в мышцах их увидеть нельзя. Вот. Поэтому все-таки лучше всю рыбу, карповую рыбу, которую вы берете, все-таки соответствующим образом обрабатывать. Есть меры личной профилактики, во-первых, чтобы не заразиться. Это правильное употребление, соответственно, карповых рыб. Личинки апистархозов в рыбе убиваются замораживанием. Но в наших бытовых холодильниках заморозки должна не подвергаться месяца полтора, не меньше. То есть очень они жизнеспособные. Mm-hmm. Если это промышленная заморозка, то, допустим, при минус 40 градусах апистархи погибают уже в течение 7 часов, достаточно быстро. Далее, естественно, термическая обработка рыбы. То есть прожаривание 20 минут с каждой стороны рыбку, либо варка тоже 20 минут после закипания. Ну и соление, тоже соблюдать определенные правила. То есть, допустим, 2 килограмма соли на 10 килограммов рыбы используется. И в течение 50 суток, в зависимости от размера рыбы, апистархи тоже погибают. А промывать предметы, которые вы использовали при разделке рыбы, поскольку апистархи в мышцах у рыбы, то есть доски, ножи обрабатывать, ну, просто промывать хорошо, и тогда вы гарантированно не заразитесь апистархозом. Говорили о профилактике для человека. Как можно помочь рыбе? К сожалению, рыбе помочь нельзя. То есть рыба будет заражаться в любом случае, и лечить ее совершенно бессмысленно.
этого? Полностью мир мы от этого не избавим. Это да, это совершенно точно, потому что у нас достаточно большое количество первого промежуточного хозяина, достаточно большое количество второго промежуточного хозяина. Это заболевание природно-очаговое, так же, как, к примеру, клещевой энцефалит. Недавно вот у меня студенты на лекции задали вопрос, а можно ли как-то избавиться от клещевого энцефалита? Я говорю, да, кинуть атомную бомбу, чтобы все погибло. И тогда мы избавимся и от клещей, и от клещевого энцефалита. С эпистархозом такая же ситуация. Напомню, причины появления и распространения такого заболевания, как эпистархоз, сегодня мы обсудили с доцентом кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института Томского государственного университета Анастасией Симаковой. Анастасия, спасибо за встречу большое. Спасибо.